Друзья, всем привет, с вами Будда Гришин. Мы сегодня вот опубликовали видео, где на улице напали на Филиппа Киркорова, высказали ему там все, что могли только высказать граждане сопредельного государства. Значит, но было еще одно нападение, которое, собственно говоря, может быть, оно такое менее эффектное, и высказали меньше, кричалки только. Но, тем не менее, Киркоров расписывался, так сказать, давал там автограф. И украинский блогер устроил провокацию, напал на Киркорова фактически. Но в данном случае, видимо, там рядом была охрана, потому что Киркоров стоял, расписывался. И он, кроме испуганного взгляда, так сказать, просто на том видео он шел, потупив взор, опустив голову, просто как будто школьник. Конечно, это разительно отличается от его поведения в России. Здесь он, видимо, чувствует, что он хозяин жизни, что ему ничего не угрожает, у него охрана и покровители и так далее. Вот посмотрите, пожалуйста. На Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Вот, друзья, вы видите коротенькое совершенно видео. Вот, тем не менее, видно его реакцию. Видно, что его это беспокоит, то, что он слышит, он понимает. Очень хорошо, что это может быть угрозой для него, да? И если, еще раз повторюсь, вы знаете, как он реагировал на розовых кофточек там и так далее. Просто он, я еще раз говорю, король-поп. О, Господи, поп-король. То здесь он, видно, что боится. Страх, я вижу страх в его глазах. Потому что он понимает, что в случае чего-то, кстати, возможно, какая-то серьезная опасность. Друзья, что думаете вы на сей счет? Пишите, пожалуйста, в комментариях. С вами был Будда Гришин. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришина. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришина Новости. Здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Телеграм-канал Будда Гришина Новости. Там политика и не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.